Умное слово. Так, по системе, значит, Алибегова-Бубнова начинаем, значит, очередную тренировку. Сначала я по наивности подумал, что это фигня. 100 килограмм с цепями, 10 по 3. Но оказалось, 10 по 3 это 10 подходов. Фух. На скорость, я не знаю, насколько это получится. Цепи у меня по 21 килограмму каждый. То есть получается, в общем, 142 килограмма, 10 подходов. Я не знаю, может, я сдохну у вас сейчас на глазах. Но я пока отключать камеру не буду. И самое неприятное, сука, что одна минута всего отдыха между подходами. Это жестко. Это для меня самое мерзкое. Может, ты минуту будешь учить? За что? Че минуту? Я Пашу спрашиваю. А, Паша. Пускай. Засекай. Вот. Я не знаю насчет быстрых жимов. 140 что-то у меня быстро не было. Что? Она исчезла, камера сначала. Ну ладно. Снимай? Да. Да и хер с ним. Я расстроился, что у меня лишний подход делал. Я уже один раз пожал, в прошлый раз полтинник на 100 раз. Так матюкался потом. Еще Бубнов издевался. У меня зеркало не будет. Ну короче, оно прервалось все равно. Ну ладно. Что задумал? Он один подход сделал. В смысле? Сейчас не снимает? Снимает. Да, блядь, что это за ебаный... Да, блядь, задрочил уже. Ну, что за эти, блядь? Так ты давай ложись на второй подход. Так ты засекаешь же минуту. Я засекаю. И вот чё? И ложись. 3 секунды. Поехал. Разминаться будешь? Да, сейчас разминусь. А что-то я как будто уже устал, Паш. Просто кажется, сейчас тянешься, пойдет нормально. Еще 8 подходов. Да? Не, нормально вроде. Нормально. Слышь, ты не кладешь гриль, кстати, сразу опускаешь. Я его после 3 разминок опускаю. Не упал. Да, давай, сидя. Фух, сравнивай. Ты еще хоть надо лежу, упади. Так, я лежу, надавлю, осталось 15 секунд. 15 секунд осталось. Осталось 15 секунд. Давай ложись быстрее. 15 секунд, давай ложись быстрее. Все, у меня вот часы под контролем. Да. В 1:03 он закончил. 5 секунд до старта. Не на кого. Да. Не трахнешь. Не трахнешь. Все, жми. Жми, жми, жми. Парк Металлургов. Мерзкая погода. Середина лета. Пляжного сезона еще не было. А Катя уже купалась. Приготовься. Слышь? 30 секунд приготовься. Че? По-моему, осталось 15. Правильно, все. 13. Все похожу. Нет. 23 закончил, да? Сколько? А, у тебя тут такое. У нас вычислили. Ты успеешь присесть? Нет, конечно.
А сегодня Всемирный день шоколада. Да ну? Да. Значит, у тебя есть шоколад? Так ни у кого, никто не взял. У тебя же шоколадный ящик. Он у меня закончился. Да ладно. Сожрала весь шоколад? Да, у меня. Здесь там полный шкаф, ты говорила, я видел. По телевизору ты показывала. Я все съела. А раз Марина попросила, можно взять такую коробочку показать, потом ты же обратно. Не только. Она не видела, ориентируется. Там опять мороженое, как целый торт жрет. По-моему, 10 секунд осталось. Осталось 5 секунд. Блин, что вы? Вас разносили. Можно апелляцию подать? Какой это подход? Херозный. По-моему, пятый. Паша, ты не помнишь? Пятый. Надо делать это. На видео потом посчитать. Метки делать там. Да. А то сделать 15 подходов. Нет, 3 по 10 я бы сделал, но были все. 10 по 3. Нет, самое мерзкое это минутное. Я-то привык по 7 минут отдыхать. По 5 до полного отдыха. 20 секунд осталось. Не порти мне настроение раньше времени. Фу. Сейчас пацаны 10. Посмотрят. Половину лифтеров стороны посмотрят, скажут, херня. Пойдут бац-бац-бац. У меня льготы. Я ветеран. Жалко, что на Олимпии нет ветеранской категории. Зараза. Все жду, когда может появиться. Второе дыхание открылось. Думаешь? Я не покажу, где оно у меня открылось. Осталось 4 подхода. Я думал, что осталось 20 минут, 20 секунд. Сейчас я облегчу чуть-чуть себе жизнь. Паш, поснимаешь? Давай. Тяжело сейчас снимать. Хотя я натурал. Я. У нас много таких. Уже. Я уже 3 недели на ПКТ. Ну как ты на ПКТ? Не-не. Готовься. ПКТ, я на мостике. Вот тоже натурал. Да ладно. Вот это тоже, да. А главное, натурал на отдыхе сейчас. Ну, нет, готовится к соревнованиям. У них всех. Че пустой зал, вы думаете? Они, суки, все по ВТЦ. В воскресенье уедут в Челябинск выступать. Оп. Давай. Сука, что-то жесткое, да, надо. А надо бы снимать хотя бы. Пекусь сейчас. Хотя одна хитка поможет. В смысле последний? Это был 8-й. Или 7-й. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Еще 3, ну. Вам еще 3 подхода. Да не, я говорю, нормально, вот только минута вышибает. Непривычно. Нормально, только еще потом 2 подхода тебе. Вот башка нет. Ух, кола. Паш, если что, последний подход за меня сделаешь. Обязательно. Только дашь бороду. Я в бороду могу дать. Нет, бороду. Ну бороду не надо, бороду надо. Ты время засек, Паш? Я не засек, он засекает по моему. Ага, нет. Осталось 10 секунд тогда. Нет, ты что? Так, Катя, ты за кого? Я не пойму. Ты на Бубнова с Алибеговым работаешь. Решили меня убить. Раньше времени. Можно потом присед такой же сделать. 5 секунд.
Все, ложись быстрее. Пока и так больше времени отдыхать. Так, Паша, ты можешь даже посильнее чуть снимать. Сил нету, то так двумя пальчиками. Оп. Оп. Полегче, конечно. Осталось два подхода. 4 на 21, 21 на 4, это сколько? Не делится. По 5 каждая цепочка. Ну, то есть примерно. Я по 10. Я по 10 килограмм скинул. В общем, тут 130. 10. 131. Сейчас. На штанге 131 кг. К этому весу приглашается в 9-й раз. Халявик немножко начал. У него уже ручки. 15 секунд. Давай садись быстрее, готовься. Быстрее, быстрее. 10 секунд. Андрей, уже на лавку садись. 10 секунд осталось. Слышишь? По моим вообще уже все. Блять, ученики. Давай, зарвись. Дима, это быстро. Давай что-то одно. Или быстро. Фу. Или подольше отдыхать. Или по... или поменьше. А ты следующие подходы будешь с этим же весом делать? Нет. Следующий, я сейчас скажу, что я буду делать. Я буду жать под наклоном вверх головы средним хватом. Ой, нет, вру. На наклонной 4 по 10. Все, все средние веса без отказов. В смысле? Ну, я там а на еще крючках. Два подхода. Где, какие еще два подхода? Не один остался. Ну, а потом же еще два, нет? Какие потом еще два, опять? Я думала, три подхода по 10 раз. Вот таких три подхода у тебя должно быть. У меня 10 подходов по 3 раза. Ты чего? Да, и еще таких три да подхода. Да иди садись, ты с ума сошла. Еще три подхода. Ты позвони Бублеру, уточни. Мне кажется, я права. Да. 10 подходов по 3 раза, не гони. Какие вот 3? И каких еще 3 подхода должны. Да иди так, блядь, сумасшедшая девочка. Нет, да. Оп. Yes. Так, сейчас, значит, отключаемся, чуть-чуть передохнем и идем вниз сжать на наклоны. Кто чем занимается, у каждого свои задачи, кто-то хочет много жать, кто-то, что она хочет, Паш, ты не знаешь? Об этом историю умолчим. Снимай, она говорит, ягоды качают. Ягоды так. Качают. Ну как, встаешь? Ты штангу сюда что ли? Блин, я микрофон забыл поставить, а тут еще, сука, музыка какая-то играет. Паша, иди сюда. Сейчас я микрофон воткну. Третий подход. Это я понял, что ты снимаешь, да? Короче, это, значит, последнее упражнение, не последнее, а предпоследнее упражнение, значит,
на плечи 4 по 10, передние дельты с грифом. Я никогда не делал, но я все время с гантелями почему-то делал. Или так, или так. Ну, раз Дима написал, я сделаю. Так, сейчас не выключай. И у нас осталось одно приседание, значит, вес будет совсем небольшой, Дима причину знает, с моим позвоночником много нельзя, поэтому я снимать не буду, в общем, я соточку там сейчас поприседаю, и на этом тренировка у нас закончена на сегодня. Всем пока, до новых встреч!